Зареченская прокуратура в первые месяцы 2012 года выявила более 500 нарушений законодательства. Проверки ока Государева затронули различные сферы – от экономической и антикоррупционной до соблюдения прав граждан. Об этом на брифинге для городских средств массовой информации рассказала заместитель прокурора Заречного Валерия Алферова. Она отметила, что в городе по-прежнему остаются актуальные проблемы социализации людей с ограниченными возможностями здоровья. Это касается нарушений прав инвалидов, в части квотирования рабочих мест и в части обеспечения средствами реабилитации. Сейчас проводится проверка на предмет обеспечения лекарственного обеспечения граждан. Соответственно, по итогам этой проверки будут приниматься конкретные меры. Вот, возможно, это будут и иски в суд общей юрисдикции. В 2012 году прокуратура Заречного выявила ряд нарушений при поставках продуктов питания в учреждения департамента образования. Это касается детских садов, это касается школ. Самое главное нарушение – это определение начальной максимальной цены контракта. Такое требование закона не соблюдается. Как правило, берется прайс-лист конкретных организаций, в данном случае муниципальных предприятий, и по этому прайс-листу определяется начальная максимальная цена контракта. В первую очередь, это ограничение конкуренции. По этому факту проводится проверка. Буквально на днях в Заречном начата прокурорская инспекция обеспечения безопасности дорожного движения. По ненадлежащему содержанию автомобильных дорог, поскольку, как бы сами знаете, что после зимы состояние дорог остается очень-очень тяжелым. По крайней мере, с сегодняшнего дня эта проверка началась. Будут проводиться соответствующие замеры и приниматься соответствующие меры прокурорского реагирования. Дорожная проблема уже на контроле городской администрации. Ремонт дорог планируется начать сразу после схода снега. На эти цели планируется потратить около 60 миллионов рублей. Наталья Елистратова, Владимир Полищук, Сергей Пруцкий, телерадиокомпания «Заречный».